Собираясь на вершины с фотоаппаратами, мольбертами и красками, блокнотами и карандашами, люди искусства ищут здесь музу, чтобы нашептала строки поэмы. Явила взору яркий пейзаж. Таинственная земля, древняя, с невероятно мощной, благоволящей творчеству энергетикой, которую не втиснуть в рамки скучных математических формул, графиков и схем. Ее надо почувствовать сердцем. И все же люди науки тут завсегдатаи. Вот уже несколько десятилетий подряд археологи и астрономы пытаются разгадать загадку этой гряды, названной сундуками. Массив из пяти величественных гор, окруженных могильниками, испещренных наскальными рисунками, петроглифами, по мнению ученых, использовался первобытной цивилизацией для наблюдения за звездами, солнцем и луной, а также для религиозных обрядов. Сакральное место, намоленное, красивое в любое время года. Зимой сундуки дарят путешественникам хрустальную сказку, редкую возможность окунуться в причудливый мир безмолвия, сотканный из миллиардов крошечных кристаллов. У подножия каменных исполинов, проламывая лед, вырывается на поверхность вода из растительных каналов, бережно облачая в иней все вокруг. В ширинской туристско-рекреационной зоне Хакасии находится еще одна достопримечательность, которая по-своему красива зимой – Туимский провал. Когда окружающий ландшафт представляет собой контраст белого и черного, на отвесных скалах легко заметить зеленый цвет. В советское время здесь добывали вольфрамовые и медно-молибденовые руды. Затем из-за угрозы обрушения работы были прекращены. Месторождение законсервировали. Впоследствии появилась впадина диаметром 6 метров, которая постоянно расширялась. В итоге огромная скала провалилась под землю. На ее месте образовалось очень глубокое озеро.
Дорога ведет на запад, в горы, в Орджоникидзевский район. Село Приисковое. Его основали золотодобытчики в 19 веке. Драгоценный металл в бассейне местной реки под названием Сарала добывают и по сей день. Но не только им славится эта земля. Тут свой, особый микроклимат. Если на равнине тишь да гладь, то наверху, как правило, все по-другому. Дует ветры, набирает силу метель. Кто-то скажет, не повезло туристу, что встретился со стихией лицом к лицу. Но опытные путешественники возразят, не повезло тому, кто остался дома. Именно здесь идеальные условия для фрирайда. Здесь катаются не только россияне. В Приисковый едут даже из ближнего зарубежья. Из Украины, Белоруссии, Казахстана. С каждым годом в туристско-рекреационной зоне Ивановские озера улучшается качество сервиса и условия проживания. Лыжники, сноубордисты, любители экстремальных спусков на снегоходах могут остановиться в просторном гостевом доме с комфортабельными номерами. Yeah.
или в очень популярном отеле, который фрирайдеры меж собой называют «больничка». Когда-то в здании действительно было медицинское учреждение. Нынешние владельцы гостиницы решили сохранить память об этом. Кроме того, для удобства отдыхающих в центре поселка смонтирован мини-отель модульного типа, рассчитанный на 18 человек. Хакасская зима благоволит созерцанию, учит слушать тишину. Слушать свои мысли. Салбыкская степь. Знаменитая долина царей. Это огромное кладбище. Большие могильники окружены сотнями вкопанных в землю каменных плит менгир. Одно из самых крупных захоронений в Центральной Сибири. Очевидно, что древний правитель, погребенный здесь более 2000 лет назад, обладал неограниченной властью. Километров к югу от столицы Хакасии – Абакана. Туристско-рекреационная зона «Гладенькая». Здесь расположен одноименный горнолыжный комплекс. Уникальные характеристики склонов и высокое качество трасс позволяют проводить соревнования всероссийского и международного уровней. Большой популярностью у любителей активного отдыха пользуется приют «Горный», который находится на высоте 1286 метров. Тут свой микроклимат. К примеру, если в ближайших крупных городах региона Саяногорске и Абакане уличные термометры показывают минус 30, это вовсе не повод отменять запланированное катание. Смелее в горы. Там может быть на 10, а то и на 15 градусов теплее, чем на равнине. Гордость этой туристической зоны – спорт-отель «Гладенькая». Один из лучших отелей в Сибири.
От спорт-отеля «Гладенькая» до знаменитой Саяно-Шушенской ГЭС всего полчаса езды. Ранним утром, когда горнолыжные комплексы еще закрыты, самое время отправиться на смотровую площадку гидроэлектростанции. В темноте гигант, перекрывший Енисей, особенно красив и величественен. Здесь терпеливых романтиков ждет награда. Дивный рассвет, озаряющий прибрежные скалы. Четвертая туристско-рекреационная зона Республики Хакасия. Вершина Тёи расположена в живописном уголке Саянских гор. Здесь находится региональный центр спортивной подготовки, круглогодичный многофункциональный комплекс, предназначенный для тренировок и проведения соревнований по всем видам лыжных и лыжероллерных гонок. Есть вся необходимая инфраструктура для организации чемпионатов самого высокого уровня, а также для размещения спортсменов, тренеров, судей и зрителей. Общая площадь объектов почти 30 гектаров. Трассы соответствуют международным стандартам ФИС. Отдохнуть после долгой дороги, набраться сил перед стартом участники могут в современной комфортабельной гостинице «Кедр». И снова дорога. И снова безмолвие. Зима здесь, как прежде, дарит хрустальную сказку всем путникам. Боишься нарушить гармонию? Шагу ступить? Но вернуться в реальность, вернуться назад уже не торопишься. Не торопишься, не торопишься, не торопишься, не торопишься.